пипец, конечно, насколько крутая. Так, а мы на этой же горе же катались, блин. Угу, на ватрушках. Попробуем? Куда? Да куда ходим? Не, не надо, Миш, не надо. Боишься? Да, не, я не хочу, короче, не. Что, блин, охренел, блин? Нет, Миш, даже не надо. Ты хочешь, заезжай, я, короче, выхожу, блин, иди в жопу. Я, Миш, даже не нафиг. Да, вот, сильно. С кем ты пишешь? О чем ты пишешь? А, Юра сказал, что он уже гулять ушел. Выпусти меня! Сейчас, погоди, чуть-чуть не хватило, не надо было отпускать газ. Миш! Что такое? Я просто боюсь! Ты не бойся, все в порядке. Газ отскачивать и все. Вперед попробуем. Опа, там может уперлись там. О, что-то убираемся. Не вижу, что. Может, коряги? Да, там, видимо, что-то нам мешает. Подняться мы можем, но вот... Да, вроде сюда. Опа, мы накопали. Миш, мы, по-моему, зарываемся. Смотреть на самом деле. Так а как ты выйдешь-то, блядь? Миш, а я не покачусь туда? Ну, в принципе, нет, но лучше, конечно, не выходить, бля. За руля. Миша, лучше вообще не выходи, блин. Давай куда-нибудь, либо выпусти меня. Я не могу, Миш, так висеть, блин, я боюсь. Я не понимаю, куда мы? Закопались? Нет, слушай, так вообще, что там коряга, и тебе она мешает вот подняться. Угу. Господи, боже мой, я уже, блин, это... О, уже получше. Дорогая. Ой, мы просто копаем. Такое впечатление, что мы копаем. С другой стороны, вроде бы... А что там с другой стороны, не видишь? Там есть дорога. У меня вообще ничего как бы здесь, Миш, не видно. Мне кажется, основное это с твоей стороны. Ну давай посмотрим, что мы преодолели.